привет! В этом занятии мы с вами попробуем разобрать гитарный лик. Здесь мы будем обыгрывать гармонию мейдж аккорда ля. Для этого нам понадобится с вами начать, опять-таки же, с легаты, с легатной техники. Обыгрываем аккорд а мейдж. И затем завершаем в тэппинг уходим. Значит, с чего мы начинаем? Мы начинаем с 9 лада, второй струны, 9-10 мы играем. Затем переходим на первую струну и играем 9-12. И затем обыгрываем ноточку соль диез и ля на 16 и 17 ладу. Тэппингом. Значит, делаем тэппинг так, чтобы у нас нотка была не... звучала не так, а стараемся тэппинг делать глубоко. И одновременно с этим мы играем еще на первой струне, сдергиваем 9 и 12 лад. То есть у нас получается, сдернули, потом вернулись снова к этой ноте и назад пришли. То есть получается все вместе. Вот, теперь то же самое мы делаем на второй струне, только здесь мы играем 9 и 12 лад. Возвращаемся по этим ладам, то есть у нас получается здесь 9 лад и 11 лад. Все одинаково у нас получается, то есть и на третьей струне у нас степпинг 16 лад, а в левой руке 9-11. Мы играем сначала степпинг, потом делаем пулы. Потом то же самое на четвертой струне. И на пятой то же самое. И затем уходим в слайд. То есть получается очень интересная фраза. Большие эксперименты и играть назад-вперед в разных последовательностях.